География не только гостей ярмарки поражает. К нам приезжают сюда со всех уголков Европы и мира. А вот тут улыбается в 32 зуба. МС-зале. Он вообще родом из Казани. Из моей любимой соседской родной Казани, потому что я сама родом из Уфы. Как там дела? В Казани все хорошо, все прекрасно. Город цветет. В принципе, мы близкие соседи с Уфой. И мне всегда радует приезд в Уфу. Я думаю, что уфимцам тоже очень нравится в Казани. Сегодня мы в Германии. Мы сегодня в Германии, да, находимся. И столько количества народу, я вот, честно говоря, впервые выступаю на ярмарке, потому что мы выступали в больших, огромных клубах в тысячных, да, где там было по 4, по 5 тысяч человек. Не знаю, здесь вот я еще не выходил на сцену, но говорят, народу очень много, и поэтому... Народу очень много, и причем вот выступал Бабек, да, там весь Казахстан, который переехал когда-то в Германию, они прям наш! Здесь очень много тех, кто переехал из Татарстана, они тоже ждут тебя! Мне хочется тебя называть Динар. Динар можно называть, да. Но все-то привыкли тебя как МС-зале. Вот ярмарка – это событие, которое объединяет всех, где встречаются все. То есть это... главное культурное событие в жизни русскоязычной Германии. И ярмарки в этом году 20 лет. 20. То есть 20 лет подряд люди приезжают сюда с разных мест для того, чтобы встретиться, обняться и чтобы тебя поняли, что ты сказал, да? И чтобы услышать родную речь. Как ты думаешь, такие события, насколько вообще важны? Вот ты меня прям с языка сняла. Это очень важно, мне кажется, для вообще абсолютно любого возраста, любой нации, любого, я не знаю, где бы ты там ни жил, да, вот такие вот события, вот, тем более вот в наши времена, мне кажется, это вот одно из тех вещей самых важных, когда ты с любимыми людьми пришел сюда и слушаешь ту музыку, которая... Музыка, она всегда была, знаете, как, наверное, как отдушиной, да, в любые времена. И вот мы, как артисты, стараемся все-таки, ну, не останавливаться на том, что сейчас происходит. И мы все равно пишем, мы что-то творим, мы делаем какие-то песни, мы стараемся как-то это все воссоединить, проживать, да, и все такое, да. Ну, естественно, песни у кого-то там о любви, у кого-то там про танцы, но ни в коем случае там мы сейчас пока еще не касаемся каких-то остальных тем, и поэтому пока есть такая возможность, я думаю, почему бы не порадоваться жизни. У меня есть известный трек, который называется «Жить лишь в кайфе», и нужно это делать. Конечно, будет, да. Ярмарка – это еще и ностальгия, да, то есть для многих, кто рожден в СССР, очень много воспоминаний, все начинают вспоминать, а вот. Да. Если ты сейчас вот немножко поностальгируешь, что у тебя вспоминается с того времени? Ты ведь тоже рожден в СССР. СССР, да, прошел именно вот в каком году? В 99-м я закончил только школу, и получается, у меня на памяти это, скорее всего, газировка из... вот таких аппаратов, если ты помнишь, да? Конечно. Вот. Там еще осы летали рядом. Ос я не помню, помню газировку. Помню лотерейки, я помню, что мы там с ребятами играли в те игры, в которые сейчас уже никто не играет, потому что у нас не было сотовых телефонов и всего остального. Мы копили вкладыши от жвачек, мы делали что-то, мы уходили на улицу, грубо говоря, там 8:30 утра, если это был выходной, если это была не школа, да? И пока мама не загонит, а мы пытались сделать так, чтобы, типа, там, когда мама кричит «Динар, домой», там, тихонечко пацанам говоришь «Меня нет». Все, и никто не откликает. «А где Динар? А Динара нет». Типа, как нет? Он же... И вот пока мама не выйдет, сама не загонит. Ну, так, конечно, получаешь лещей. Это раньше было такое воспитание. Сейчас, конечно, все по-другому. Но вот та дружба, та искренность, то стремление, наверное... любви к жизни было, мне кажется, намного больше, чем сейчас. Сейчас, это мое личное мнение, больше, скорее всего, наверное, давление информационного плана со стороны какой-то внешней, да, и больше фальши, нежели... Ну, тогда твои пожелания всем тем, кто тебя видит и слышит. Вот как сделать так, чтобы стал по-другому? Друзья, хочу пожелать того, что у вас есть семьи, у вас есть родные, у вас есть близкие, и пока они есть, огромная роль играет того, что вы рядом и говорите побольше добрых слов, слов любви, больше объятий. Делайте так, чтобы они чувствовали, понимали, что вы рядом. Пускай это будет немножечко сказано, да, там, чересчур, но вот сейчас самое, мне кажется, актуальное время для того, чтобы все эти чувства свои выражать. И я думаю, будет наконец-то переломный момент, когда все будет отлично, все будет хорошо, и мы каждый день уже будем каждое утро друг друга обнимать, целовать и дарить друг другу только тепло, только любовь, только радость.
Вот и все. Тебя там уже зовут, давай беги на выступление, пусть все пройдет удачно, все. Успешно. Я знаю, что Германия тебя ждала, и сегодня тот самый момент, тот самый день, чтобы отдать всю свою энергию, мощь, молодецкую энергию Германии. Лиль, спасибо тебе, спасибо всей твоей команде, продолжайте в том же духе. Я считаю, что вы правильным делом занимаетесь, и оно даст свои плоды. Все, пока. Пока.